Мужчины как обувь. Все разного плана. Все разного стиля и с разной колодкой. С одними гулять ноги быстро устанут, другие для ног наших просто находка. Бывают мужчины как туфли от Prada. Шикарные внешне и в целом удобно, но скучно с такими. Нам скуки не надо. Мы же из них хотим яркой, вкусной и сдобной. Бывают мужчины почти что балетки. От них не устанешь за долгие годы, но с ними порой словно в замкнутой клетке. Вот тут и хочется каплю свободы. Бывают мужчины сапожки от Пуки. Комфортные, теплые, нравятся мамам. Такие обычно становятся другом, жилеткой, чтобы плакать на мелодрамах. Еще существуют мужчины-кроссовки. Спортивные, быстрые, жаждой движений. Им девушки чаще нужны для массовки. А мы-то серьезно хотим отношений. Еще я забыла про шлепки-вьетнамки. Не наш вариант, одноразовый случай. Они все в одни помещаются тапки, таких повсеместно встречается куча. Ищите мужчину не с лучшим дизайном. Ведь с брендами многие локти кусают. Какой мой мужчина? Останется тайной, но с ним я, поверьте, совсем не босая.